Вопросы развития спортивной инфраструктуры в Карачаево-Черкесии обсудили сегодня в Москве. Министр спорта России Михаил Дегтярев и глава Карачаево-Черкесии Рашид Тимрезов. В первую очередь руководитель республики поблагодарил министра и всю команду Минспорта России за эффективное сотрудничество и за поддержку в вопросах развития физической культуры и спорта в регионе. Михаил Дегтярев также отметил активную работу республики по реализации федеральных и региональных программ в Карачаево-Черкесии. В ближайшее время в республике планируют ввести в эксплуатацию еще 11 объектов спорта. Рашид Тимрезов обратился к министру с просьбой поддержать республику в вопросе реконструкции важных спортивных объектов для массовых занятий спортом, в частности Дворца спорта «Спартак» и здания спортивной школы по спортивной гимнастике в Черкеске. Кроме того, стороны обсудили вопрос создания федерального спортивно-тренировочного центра для подготовки спортивных сборных команд России в Карачаево-Черкесии в условиях высокогорья.